Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня с вами я, Демастер, и мы откроем наконец-таки 22 кейса CSGO. Причем открывать мы будем не просто кейсы CSGO, у нас будет 2 кейса первого тиража по 130 рублей, вот эти вот. 2 кейса, 10 кейсов второго и 10 кейсов третьего. То есть мы открываем сначала 10 кейсов второго тиража, потом открываем один оружейный кейс CSGO первого тиража. Потом открываем 10 кейсов третьего тиража и открываем еще один кейс CSGO. Поехали. Сначала открываем второй тираж. Давайте это будет этот сундук. Как видите, здесь ничего интересного нет. Все, что здесь есть, у меня уже в принципе есть. Выбиваем нож, хотя вряд ли он выпадет. Поэтому просто нажимаю открыть. И тут стат-трек скар. Ну, могли бы хотя бы стат-трек дать. Ну ладно, М4 не скрывает тигр. Неплохо, неплохо. Забираю. И сразу же следующий кейс, не будем тянуть в этот раз, делаем быстрее open кейс. Второго тиража открываю кейсик, а может их поочередно делать? О, что-то красное было, видимо, кровь в воде. Холоднокровие, спасибо, Габен, спасибо, брат. Не знаю, как тебя отблагодарить, холоднокровие дал. Молодец, Габен, молодец, видите, Габен своих-то это... Не забывает. Так, открываем, открываем. Смотрим, опять там было холоднокровие, могу мне еще одно подогнать, мне бы лишнее бы не было. Кровавая паутина, окей, я в принципе со скарами не бегаю, поэтому не думаю, что эта вещь мне пригодится. И просто статрековское что-то было, юст, возможно, но не уверен. Просто улей, улей по 250, хорошо, я понял, улей, такой намек, наверное, от Габена. Раз, два, три, четыре, еще пять кейсов, нет, шесть кейсов второго тиража, открываем, не стесняемся, ребята, не стесняемся. И это там, опять же, там пролетело что-то красное, я видел, ну тут кровь в воде есть, поэтому там была кровь в воде, слишком быстро эта штука, так пролетает, боже мой, так пролетает, я уж боюсь, кровь в воде столько раз пролетела, уж мне аж страшно. Кабен, давай мне кровь в воде, по-братски, я тебя не забуду. Так, что у нас, стат-трек МП9 могло выпасть, но мне тег. 9-й синий титан. Какой же ущербный скин. Вот что я могу сказать в виде этот синий титан у себя перед глазами. Ничего не страшного, мы из этого всего сделаем контракты. Обязательно сделаем. Обязательно мы все это выкинем в контракты. Возможно, даже кровавая кровь в воде упадется. Вот улей, P250 улей. Окей, ключ CSGO. И у нас там еще второго тиража. Два последних кейса второго... А нет, три кейса второго тиража. Открываем, использовать. И еще раз там прилетело холоднокровие. Ну, как обычно, ничего интересного. ФАМАС. Гексан. Опять, какие-то ущербные скины раньше были в CSGO. Поэтому, наверное, никто кейс это не открывал. Сейчас только вот скины стали нормальными. И их начали люди открывать. Вот Хрома 2 я открывал в прошлом выпуске. Можете посмотреть реально. Вот, смотришь на скины и понимаешь, что вот это вот оно нам и нужно. А теперь, в былые времена, ну что это за скины? Они даже не то, что не красочные. Они даже какие-то вот, ну вообще зашкварные, я бы сказал. Кровавый тигр. Ну пусть будет темочка. Пусть будет темочка. Это хорошо. Получить, продолжить. Так, ну что ж, давайте открываем один кейс CSGO, первый или второй, давайте это будет второй. Здесь, как видите, хорошие есть вещи, у меня, помню, когда открывал 10 штук подряд их на каком-то из стримов, который был довольно-таки давно, 10-часовом, АК выпал и удар молнии. О, можно здесь выбрать предмет, давайте выберем предмет, это будет особый предмет. Полетело, полетело, ну давай, давай, давай. Боже мой, там была акабрио, поверхностная закалка. Ну что ж, и мне, конечно же, дают АУ крылья. Кстати, смотрится довольно-таки неплохо, но он такой темноватый, я такие мрачные не люблю, поэтому пошел нафиг. И третий кейс открываем, сразу же не глядя, просто погнали. Тут у нас одни пистолеты, которые только на буквально 1-2 раунда за всю игру, хотя частенько и не пользуешься. Если, например, у тебя заканчиваются патроны в основном оружии, да, и поэтому пистолет это достаточно полезная вещь, но не часто. Что? Вы чё, охренели что ли? Ну, друзья, сетись, Габен! Ну ты чё начал? Габен, ну ты чё начал? Реально.
Я знаю, что сейчас будет пауза. Сейчас я зайду в Steam, и окажется, что просто у меня уже надропало кучу всякого говна. Хотя, ну-ка, давайте-ка еще откроем этот сундук. Не одно и то же падает ли в разных сундуках разные вещи? Ну да, кстати, уже была такая теория, что когда ты открываешь сундук, в сундуке уже написано, что в нем выпадет и что будет падать. То есть то, что вы видите, это как бы система. То есть видите, я мотаю этот сундук, да, и вот этим ключом буду открывать этот сундук, и в нем будет то же самое падать. Смотрите, вы видите все то же самое. Вот сейчас еще раз его открываю, вы будете видеть все то же самое, смотрите. Да-да, видите, все, та же самая цешка пролетает. То есть есть такая теория, что в каждом сундуке уже, ну, как бы забито, что должно упасть. Что должно, сейчас, конечно, меня уже не пускает, тогда не ходят СЗшки. Но вы видите, что реально одно и то же, одно и то же. И там должна быть СЗшка, но нас на нее уже не пускает. Ладно, давайте я поставлю на паузу, перезайду в Steam, чтобы открыть через бах, у меня все ключи пропали, да, и ГБН такой, ха-ха-ха-ха-ха. О, все, видите, друзья, поверьте, даже не пришлось перезапускать. Лол, ну давайте еще раз откроем. Ну и вот тут опять какой-то зашквар. Синяя трещина. Окей. Странно, почему-то защечку не увидел. Должен был ее увидеть. И она вот здесь была. Я не помню. Где там она была? Нет! Ну как? Ну как? Стат-трек по 200. О, боже мой. Ну Гейб меня просто троллит. Ублюдок ты. Негодяй, Гейб, негодяй. Не буду его открывать, потому что мне сейчас 10 кейсов, наверное, открывать около того. Листовая сталь. Окей, пусть будет так, как ты скажешь, Габен. Использовать ключ. Давай посмотрим. Давай поиграем с тобой, брат. Просто. CZ75 авто. Ну ладно. Ну ладно, Габен, ну ладно. Давайте, последний, ребят, 6 ключей, третий тираж визит открываем, 5 последних сундуков, и останется только последний CSGO кейс. Не думаю, что нам что-то сегодня выпадет. Вообще, на этом аккаунте мне уже больше ничего не упадет, никаких ножей, я чувствую, вообще ни хрена. Шанс этого маловероятен, причем, когда я говорю сказать маловероятен, вообще, значит, ничего не сказать. Давайте по 250, и тут юспы всякие, ах, вообще нержавейка, нержавейка, а? Зачем мне ваша нержавейка, дорогие друзья? Центральный кейс, он всегда счастливый. Что тут может выпасть? Какой-нибудь ширпотреб? Ну, стат-трек, ладно, в контракты обмена можно будет запихать. Раньше стат-трек не так ценился, ну, всякий ширпотреб, потому что нельзя было запихать... контракты. Теперь уже может. Что с друзьями все происходит? Гейб, ты что там мутишь со Стимом? Юсп, нержавейка опять. Ну и из последнего. Вот кстати, тираж 3 меня вообще ничего не радует. Вообще ничего не падает. Не берите тираж 3, ребята. Просто какой-то зашквар. Даже ничего розового не падает. Хотя на стоп-трек P250 был. Ну да, он хоть что-то. Спасибо, Гейб. Хотя смотрится как-то, ну я с тобой бегать не буду. Вот, ну, не розовая эта вещь. Ну посмотрите на нее. Ну какой-то розовый ствол и все. По-твоему, Гейб, это нормально, да? Ну давайте, последний кейс. Вот CSGO, самый первый. Хочу. Нельзя уже вот что хочу, да, ну использовать. Поехали. Что сейчас какой-нибудь, не знаю, ультрафиолет будет. Вот 100%. Стоп, просто крылья. Просто двое. Вот мне дали крылья здесь, одно крыло и второе крыло, типа улетай, Демастер, отсюда, улепетывай. Ладно, ребят, на этом все, с вами был Демастер, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте под видео. Вот такой вот open case, всем удачи, дорогие друзья, и всем пока.